Дорогие друзья, всех приветствую, вы на канале Волгоград Сити. Я снова приехал в город Волжский. Сейчас я нахожусь на конечной остановке маршрута 2О, 37 микрорайон. Собственно, и сейчас я буду снимать маршрут номер 2О до гипермаркета «Магнит» на автобусе Волгобас 5270.gh. За эту поездку, за сегодняшний день, я планирую снять 4 видео, 3 автобуса и 1 трамвай. По крайней мере, я на это очень надеюсь, и мне ничего не помешает. Вообще, я еще должен был на новогодних каникулах сюда съездить, но, к сожалению, не получилось. Были кое-какие причины на это. Но сегодня, 1 февраля, у меня нету школы, как и, собственно, у многих. Так что сегодня я нашел время сюда съездить. Я сюда приехал на маршрутке номер 260. Немного сетерил. Вообще, я должен был заплатить 60 рублей от спартановки, но заплатил 40. Немного считерил. Так вот, собственно, сама остановка. Есть, кстати, также маршрут номер 14, который разворачивается в тех же границах, 37 микрорайон гипермаркет «Магнит», но он едет другими улицами. Его мы, естественно, с вами тоже заснимем. Давайте подойдем сюда. Этот маршрут 2 уходит очень-очень часто, реально. То есть меньше 10 минут у него интервал, я смотрел. Поэтому вот так. Итак, автобус подъезжает. Маршрут 2У, 37 микрорайон, гипермаркет «Магнит». Приятного просмотра. Снова тут коротыш Волгобас.
Это у нас, насколько я понимаю, и есть гостиница Ахтубу. Вроде бы как. Маршрут довольно востребованный.
Итак, это был маршрут 2У от 37-го микрорайона до гипермаркета «Магнит» на Волгобайце 5270.gh. Довольно востребованный маршрут, было много народу. Окей. Ну, а я поехал дальше снимать еще 3 видео из этого города, а пока на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, также подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. И присоединяйтесь к нашему чату в телеграме, там много интересного, ссылка будет также в описании. И обязательно напишите комментарии. На этом все, всего доброго вам, пока.